have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет. И как бы это ни было не очевидно или очевидно, мы жарим бананы, и мы пираты, и мы на корабле. Скорее забирай, пока он не сгорел. Ой. Смотри, какой вкусный. Я не могу забрать, у меня полно хавчика. Сам съешь. Мы с вами находимся в море воров, Sea of Thieves. Пару дней. Вчера, сегодня мы тут немножечко побегали. В смысле, я зашел и вышел, а котяра тут немножко успела обжиться, понял правила поведения, что здесь, как здесь творится. Тут мы сейчас взяли небольшую лодчонку такую, небольшой кораблик на парочку человек всего лишь. Залезай в пушку. Не зря мне объяснять, залезай в пушку. Там это, ты видел? Что? Там призрак. Подумаешь, давай еще. Народ, чтобы вы понимали, где мы сейчас находимся, немножечко географии. Так, пока что лезут всякие твари. Вот карта. Мы находимся возле... Не возле, ну, в принципе, да, возле Змеиного острова, Snake Island. Вот он здесь. Я еще немножко путаюсь в управлении, да, такое бывает. Будем на него сейчас высаживаться. Посмотрим, как тут дела, обстановка. Ну-ка, залезть в пушку. Это должно быть весело, поехали. Тобой. Ты что, в воду упал? Случайно так. Меня отрикошетило, стой. Просто от дерева. Мне кажется, теперь нос придется выравнивать. Учитывая, с какой скоростью я врезался в это самое дерево. Тут есть лодка. Лодку, наверное, можно... На лодке можно грести. Но тут весел нет. Есть. А, не, вот, есть. Использовать весла. Тут управление немножечко сложное. Не, нормально, надо в принципе, да. Надо одновременно кнопки, чтобы вперед... До свидания. Эй, стой! Ты оставил меня на необитаемом острове. О, тут старые надписи каких-то предков. Развернись, Что не так? Почему я не разворачиваюсь? Вот так. Ты можешь бросить это все. Нет, я до тебя сейчас доплыву. Не надо! Это была угроза. Интересно, удобно ли плыть, свернув себе вот так вот голову? Да, народ, игра изначально, она в разработке находилась, насколько я помню, очень долго. Встань. Она изначально разрабатывалась исключительно под Xbox, но, как вы видите, она вышла и на Xbox, и... И на... Комп, собственно, с компом мы сейчас играем. Тут можно что-то пожарить, то же самое банан, если что. Так, тут давай можно... Давай пожарю ананас. Можно посидеть. Ну-ка. Давай вот пожарю. Это вот мой доходяга, которым я играю. Садись на соседний камушек. Жареные ананасы только сегодня. Нет, то, что мне здесь реально очень понравилось. Здесь есть такая штучка, зажимаешь колесо эмоций, и можно сделать вот так. Оп, нет, вот так. А также можно сделать вот так. Спасибо, спасибо. Банан жарится? Нет, ты же не поджег. Какой я умный. Минуточку. Тут у нас есть еще вот такая штука, как музыкальные инструменты. По сути, вещь обалденная, абсолютнейшая. Ну-ка. Это какая-то грустная песенка. Хорошо, давай. Что это было? Я рыбал? Нет. Мне кажется, кто кому-то не понравилось, как мы играем. Стой, тут что-то вылезло. Ах, черт, он призрак. Где? Вот он, в кустах прячется. Бей его. Плазмидов пережирался. А, ну все. Я из-за него потеряла 2 хп-шку. Банан. А, блин, оно... Ты пожарил, да, и оно пропало? Тут в бочках есть куча еды. Иди забирай. У меня и так уже достаточно еды. Жалко, вот, что еду можно брать только по 5 единиц с собой. Тут еды просто немерено. Я не могу его забрать, потому что у меня тоже куча. Блин, съешь один банан.
Хорошо. А теперь держи. Кусочек граната пропавшего. Это кусочек пропавшего ананаса. Мне кажется, вкусно? Ты мне только что жареный кокос дал. Что-то у меня такое. Давай жарить кокосы. Возьму вот гранат. Игра, на самом деле, она вроде как про приключения, но мне кажется, или это симулятор жизни? Ты посмотри на это, посмотри на этот закат. Ёлки-палки, по-моему, графика красивее, чем в жизни. Спасибо, сейчас. Оп, оп. Ну-ка, отведаем. Ну, учитывая, что зубов у нас изначально не было, то... Ну-ка, я вот так сделаю. Чё это? Понял. Ну-ка, можешь протестить, как я выгляжу? А, стой! Зажимай R. Чёрт. Тебя тоже взорвало? Да. Я не думал, что у них такой огромный радиус. Ну что, посмотрели на красоту. Так, нужен фонарь. Где мне фонарь-то взять? А фонарь не нужен тебе. Да фонаря. Кстати, да, это, по-моему, первый раз, когда я помер в этой игре. Ну-ка рассказывай, что тут творится. Да тут ничего особо нету, чтобы вернуться нормально в жизнь, надо зайти в этот портал. Ну-ка, экзамен. I'm fine. Спасибо. Так, интересно, где мы сейчас окажемся. Мы оказались просто на нашем корабле. О, это очень удобно. Что ж, давай. Спаунпоинт оказался тут же. Свинья! Бей ее! Как ты свинья? Мы, кстати, можем пожарить ее. Конечно же можем. Пойдем. Пойдем. Я надеюсь, огонь есть. Кстати, тут змейки вот эти. Ну, прикольно, так тематически. На карте тут просто, по-моему, тысячи и тысячи островов. Можно устраивать морские бои, можно змея. Устраивать ПВП, можно делать все, что... Что хочешь. Держи змеякину. Вот там дырка внутри. Зачем ты закапываешь? Хочешь похоронить змею? Вкусные червячки. Спасибо. Я, наверное, это... Пойдем, приготовим. У нас как раз огонек есть. Да нет. А, на этом огоньке... Что? Ой, тут можно почитать, ну-ка. Сковородка испарилась. Стой, а тут какие-то записи старого пирата. О, смотри, там чья-то гирлянда. А кто-то фейерверк запускает, да, неплохо. В общем, смотрите, ребят, если у вас большая пати, то вы можете прийти сюда восьмером, взять большое судно и пойти кому-то навалять из пушек или что-нибудь такое. Ну, или я же... знаю. Я знаю, для чего время. Идем на наш корабль. Сейчас штуку покажу. Я ногу тут не сломаю. Ну-ка, секунду. Поехали. Там везде раскиданы всякие бочки с едой, всякие бочки за... О! О! Прикинь? Что? Да. Там скелет. О, не надо! Держи дистанцию. Нормально. Спаси меня! Спаси! Я сейчас улетучусь, моя душа улетает! Спаси, давай быстро, не хилься! Я не хилюсь, я спасаю как могу! Спасаю как моряк! Я съел сырую змею из-за тебя! Ты хоть понял вообще, что это... Что такое дружба? А где наш корабль? Это же море воров! Его могли украсть. Или он был не здесь. Да, чтоб тебя. Наш корабль не могли просто так взять и украсть. Ты кто такой? А! Это чувак пережрал с плавнигом, бей его. Крысюк. А. О, змея. Я заберу. Больше никогда не буду охотиться. О, змея. Сколько у меня еды? У меня еды 3 единицы. Съем эту свинку сырую, черт с ним. А сырая она вообще ничего не восстанавливает. Это прям готовить надо. Ну да. Чтоб ты понял, приготовленная еда больше всего восстанавливает. Я уже знаю, мне это уже написали. Я уже понял это по факту. Но не ешь больше сырую змеятину. Змея пропадет. Not so well done, ачивка пришла. И еще что-то. В общем, я хотел сказать, что ладно, что она мало восстанавливает, главное, чтобы меня от этого не вывернуло, но таки вывернуло. Таки да.
В темноте ни чертища не видно. Слушай, ой, у меня еще это затуманенное зрение. Так, быстро, быстро на корабль. Я должен тебе показать какую-то фишку. Вот это там происходит фигня. Кто-то некромантией балуется. Ай, я ногу сломал. Нет, хотя подвернул. Все, давай, я поднимаю паруса. Оп. Снял с якоря? Нет, в общем-то, посмотри туда. Туда, куда кушать смотрит. Че там? Какая красота. Это в череп все сложится сейчас? Нет, 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 да, нет. Блин, классно так. Фейерверки по-пиратски. Надо, наверное, парус убрать, потому что мне на это... О, мне ачивку дали за то, что я посмотрел определенное количество фейерверков. Мне кажется, у меня просто направление ветра показывает из-за того, что я парус поднял. Народ, что-то у нас с вами в последнее время много морской тематики, вы заметили, и Far, и Sea of Thieves. Не знаю, мне лично нравится. Если игра интересная, то она интересная, неважно на какую она тему. Хорошо, мы будем... А почему эту лампу зажгли? Эту нет, надо эту тоже зажечь. Можно посидеть вот так вот. Оп. И оп. Эх. Мы пираты. Разбойники, разбойники. Встать. Можно, если я правильно помню, можно было вроде как здесь посидеть. Это? Я считаю. Ого, ого, ого. Вот это праздник. Вот это круто. О, вот этот зеленый обалденный. Какие-то редкие фейерверки? Не, я не знаю, они просто существуют тут, на нашем корабле, надо их всех истратить. Просто зеленый, как призрак, выглядел круто. Уже начинает светлеть, наверное, пора бы придержать фейерверк. Тебе не странно, что там творится? Давай посмотрим на карте, какие у нас ближайшие приключения, потому что Snake Island мы уже глянули. Если немножечко отдалить, можно пойти куда? Ну, давай якорь, якорь снимай. Пошли на тот огромный торнадо. А где он по курсу-то находится? Вот это оно? Без понятия, просто пошли на этот огромный торнадо. Я знаю, что это не текстура, я там раньше бывал. Да понятно, что не текстура. Якорь ты поднял? Нет, я подниму. Да, давай, я поднимаю якорь. Я должен быть за рулем, чтобы смотреть, куда мы едем. За рули. Кстати, тут есть кружечка с чем-то оранжевым. Нет, 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 такой апельсиновый сок нам не надо. Мы против такого апельсинового сока, если что. Где? Какой демедж? А почё? Это внизу, внизу. Нужны доски и молоток. Сейчас все сделаем. Так, погоди. Доски у нас... Это еда. Так, вот... где... Нет, это где не забило? Здесь. Вот доски. Нужно понять, где залатать, да, потому что... А нет, тут нету ничего. Но вода-то появилась в трюме откуда-то. Надо ее ведром вытягивать. Знаешь чё? Что? Блин, нам бы остановиться, я бы... снизу сплавал, посмотрел, где что находится. Не надо, мы не останавливаемся, мы не смеемся. Совсем не смеемся. Мне нравится, как здесь устроено управление, оно не однокнопочное. Да, сначала немножечко путаться можно, потому что все-таки было сделано все изначально под геймпад, но, ну то есть, командная работа чувствуется. Тот же самый парус поднять и опустить вдвоем быстрее, чем поодиночке. Вот в рындочку можно ударить. К обеду, все к обеду. Так, это револьвер. Я время от времени пытаюсь колесиком отдалить, чтобы сделать третье лицо, потому что, не знаю, мне кажется, третье лицо здесь было бы более уместно. Кстати, хорошая идея. Можно вот так вот сделать. А меня тут не показывают? О, показывают. Ч,
что-то мне говорили, что что-то прямо впереди. Что-то прямо впереди. Так, ладно, это у нас Fool's Lagoon. Лагуна дураков. Давай-ка, наверное... А там ходит что-то, но я не знаю, хотим ли мы туда высаживаться. Это якорь опустил? Да. Значит, мы хотим туда высаживаться, я понял. Кстати, можешь наружку поменять, если тебе не нравится пистолет. Да мне, в принципе, норм, я вообще пока что... Там есть снайперская винтовка. И еще есть дробовик. Стой! Зачем я нас привязал к этому? Оно нас прикатывает ближе, ты че? Ты не мог бы перестать. Отпустите, в смысле, да? Ну ладно, оно в скором времени остановится. У нас нет никаких сильных проблем. Ее какие-то телепортируют. А зачем телепортки? Ой, тут тоже латчонка есть какая-то. Где? Это магический. О, посох. Вижу. Да, реально, ты только что телепортировался, я видел. Короче, на... Фейерверк! Держи. Банан. А ты где? Я тут, я за тебя телепортируюсь потихоньку. О, вижу. Странно, да, мы сегодня зашли. Сегодня зашли, и нам сказали о том, что, типа, возможно, проблема с... Ты издеваешься, как? Йоу! Ай, я чуть не умер из-за тебя. Как мы вообще пьем привидения? Не спрашивай. О, ядра. Чистый изумруд. Так, хорошо. Пойдем. Еще чистый изумруд взял? Нет, это... Ладно. Ты пока что не в теме. Пойдем обратно на корабль. Хорошо. Сейчас. Так, надо, я думаю, все-таки обозначить себе место, куда мы хотим идти на карте. Кстати, на каждом острове лучше всего искать... О, стой! Я могу сейчас исследовать корабль. И понять, что и где сломалось. А тут я могу выбрать досточку? Да, могу. Но я ее, наверное, не могу применить под водой, да? Не знаю. Вот эти... Тут еще много аспектов, которые мы не исследовали, которые интересны все-таки, как они работают. Потому что там сказали, что корабль был поврежден, и, пожалуйста, почините его, но... В обучении повреждена была мачта, это было явно. А что сейчас повреждено и где его чинить? Можно просто посидеть. Отпускай крюк, отпускай! Он нас тянет. Сейчас отпущу. Слушай, таким образом можно же... Йоу-йоу-йоу! Можно же дрифтить. На полные... На... Смотри. Сейчас тебе покажу. Осторожно. Не надо. Фу. Почему? Я надеялся, что мы сейчас зацепимся за камень и развернемся на 90 градусов. Так, куда мы сейчас направляемся? Поэтому? Прямиком на страну Торнадо, самый опасный босс в игре. А зачем нам туда? Ну ты закатил. Я вообще это... Короче, давай я тебе покажу, где можно взять какой-то... Слушай, тут есть Reaper's Hideout направо, можно туда свалить, можно в Twin Groove свалить. Слева тебя видишь такой ящик? Вот этот вот, который... С посохом? А, вот этот? Да. Ну, снайперку. Можешь выбрать какую-то винтовку. Там есть дробовик и снайперка. Возьму-ка я, наверное, снайперку. Она хоть и с треснутым стеклом, но вроде как должно идти неплохо. Что у нас по ветру? Нормально. Так, а мы куда-то свернули. Как после
О, я какую-то награду получил. За что? Ладно. А, может вот это залатать надо? Стоит. Да, точно, я нашел место. Будь готов, чтобы... Есть. С разгону? Нынечку, ты не перепутал, это же не летучий голландец из Shark Bite. Мы сейчас так не сможем вот так же. По идее, с одним костылем ты должен 2 раза медленнее плавать. Так было правда, что у меня есть костыль. Тебя уже накостыляли, да. Курицы. Так, что тут у нас есть? Чё в лодочке? Ничего? Зачем? Куда? Её можно поплыть. Ну, так уплылся уже. Вот, ещё сокровище? Ну-ка. Чувак, да. Я нашел что-то закопанное, пошли сюда. Сейчас, секунду, тут книжка. Ящик с фруктами. Я получил квест. Ну-ка, о. Что тут у нас? Мы можем прочитать эту книжку. Я прочитал и получил квест. Нет, ты зажми Q и Space. Captain Death. Сайт Лагун Whispers. Где Лагуна Whispers? Надо на карте смотреть. В общем-то, вот ящик с фруктами. Я понимаю, но мне еды с собой достаточно. Мы на этой лодочке сейчас полетим обратно на наш корабль. Чё это такое? Это пушечные ядра. Нет, я... Про ядра спасибо, да. Я про другой, там какие-то... Лишки были. Я пытаюсь закопать зелье. Зачем? А, это меня укусило. Какая черная змея. Умрешь от заражения мочи теперь. Что? Не надо. У меня уже весь экран какой-то розовый. Я не понимаю, что происходит. У меня типа один хп, что отходит. Ну так тебя заразили. Жри пока что что-нибудь. Нет, а если я... Я когда пью водички, все лучше становится. Морской попей. Должно сработать. Оно не работает. А где ты вообще? Я сзади тебя. Ну я тебя не вижу. А, вон, вот. Если что, я тебя попробую воскресить. А вот так? Я так и тебя ударить не могу. Так, ну-ка, F1. Ой, тут порыбачить можно, кстати. О, тут бочки есть. Рыбачить тяжело. Да, я знаю, рыбачить во всех играх тяжело. Куда мы тут еще можем посмотреть? Квесты понятно. Квест как взяли, так мы его потом, может быть, еще и пройдем, если получится. Ну-ка, а... вот мой инвентарь. Пошли искать всякую фигню. А, это пиявки и черви. О. Манго. Короче, в общем, ты через тут зашел, да, давай вижу. Тебе скажу, что самое лучшее подхилки. Приготовленное мясо самое лучшее, потом идет манго, потом ананас. А если приготовленные пиявки? Я никогда не пробовал жарить пиявки. Я даже не знаю. О, тут присесть можно. Вот, иди сюда ко мне. Ко мне змея ползет. Я нашел источник, откуда идет торнадо. Иду. А оно нам надо, это торнадо. Да. Надо. Черт, какой-то звук там, слушай, погоди. Оно это босс. Оно тебя сожрет. Это босс. Может, не надо. Где я возьму еще?
еще патроны, у меня больше нету. Это еще один огненный босс, не люблю огненный босс. Так, погоди, пушку достать. Блин, на что пушку достать? Помоги! Я иду, Не на один, на два. На два, понял. Опа, мне бьют. Бей босса. Бей босса. Стой, если я буду бей босса. А где босс-то? Вот. А, вот, о, вижу. Имя оранжевое такое. Да нет, такое вообще не пишет. Я разок попал. Ой, блин, там что-то он отперделся, по-моему. О, змеи, змеи, кусайте скелеты. Они кусают скелетов! Они кусают скелетов! Змеи кусают чертов скелетов! Мне не нравится этот промазал. Плохо. Two hours later. Это вторая фаза, по-любому. Тут скелетов просто 100-500 штук. А оно ко мне идет! Так я похавал, не норм. У меня вообще нет еды. Там бочки были. Вот я сейчас, кстати, тоже полностью от еды избавился. 5 hours later. Пробочкой. Что это за пузырики такие? Это же магически сильный посох. Мне показалось, я его почти убил. Воу-воу-воу. Йоу! Да, мы его почти убили, мы его почти убили. Какие мувы делают, когда почти убивают? Она подыхает? Или нет? Я бы хотел держать дистанцию. Да зачем ты на меня своим перегаром дышишь? 7 hours later. В общем, ребятки, мы решили, что, наверное, этот босс-файт пока что или не для нас. Ну, явно или нам не хватает сил, или мы что-то не так делаем. Зато мы немножко посмотрели, как все происходит. Большую часть этого всего я, наверное, все-таки вырежу. Потому что мы на боссе просидели довольно долго. Не хватает, на мой взгляд, просто банально полоски и хп, понять, сколько у босса еще жизней, какой прогресс. То ли мы пока еще просто не знаем, как на это смотреть, то ли... Короче, такое. Ну-ка, я панынчиками запасусь. Не червей же хавать, правильно? Потестили. Это был первый босс-файт, который я видел. Ну, блин, судя по вот этому огромному торнадо, мне кажется, что тут босс совсем непростой. Может быть, он рассчитан то ли на полную пати там, из 5-7 человек. Wanderer's Refuge. Мы сейчас идем... Куда мы идем? Идем на Plunder Valley. Можно повернуть сейчас, кстати, на запад. Там интересная штука будет. Пойдем. Давай на запад. Хорошо. Вот, и с этого момента на запад и прямо по курсу. Этот трюм я отчерпал, исчерпал. Мне нравится, как здесь море сделано. То есть на маленькой лодочке оно чувствуется прям таким... Тут совсем неспокойно сейчас находиться. Я вспоминаю... Как я себя чувствовал, ну, находясь, например, на такого же размера корабле в море, даже в небольшой шторм, ну, это даже не шторм, это просто неспокойное море, очень неуютно, и здесь это ощущение прям полностью возвращается. Не знаю, мне понравилось. Сами... Давай музон играть. Да, можно музон играть. Сейчас сделаем инструменты.
красиво подошли к Sailor's Knot. Мне из Кракена сделано. Стой, там пираты, это, ну, в смысле, мы тоже пираты, конечно же. Но ты посмотри, что там находится. Там, по-моему, люди. Тут нам еще морду не били, погоди. Это мы якорем так развернулись. Сейчас, мы можем просто прилететь туда. Так. Супергеройское приземление. У-ху! Так, что тут у нас? Милочку. Нет, ты сейчас просто... Выстрелю, да. А теперь он вот. Надо к долу подойти, чтобы залезть туда, и потом она сразу выстрелит. А, то есть только... я могу сам с собой выстрелить? Да, ты можешь сам с собой выстрелить. Но ты можешь. Хорошо. Тут ничего нету. Меня больше интересует, кого тут есть или никого. Тут никого нету, это просто какой-то остров рандомный. Тут ничего. Погоди. Отсюда не получится. Ну-ка. Говори уже. Не, погоди, стой. Да ну, я возвращаюсь на свой корабль. Стой. А почему нет? Это очень странно. Я рассчитывал, что сейчас что-то долбанет. Так, мне тут еды подкинули. Слушай, я тут какие-то ядра особые нашел, смотри. Без понятия, что это. Может, это чтобы людей запихивать кандалы, потом их... Не, мне кажется, что это, чтобы, ну, знаешь, были разные типы этих снарядов. Одни, чтобы рвать паруса, одни, то есть шрапнель была, другие были ядра, то есть заряжалось по-разному. Ну, то есть, когда гонишься за каким-то кораблем, и тебе нужно, чтобы корабль замедлился, ты начинаешь стрелять шрапнелью по парусам, ну, чтобы паруса порвались, и корабль потерял ход. Да, именно так. Тогда кораблю потребуется замена парусов, а это можно сделать... Я, кстати, не особо разбираюсь в этом, ребят, напишите, кто знает, можно ли заменить паруса вот прям в открытом море, или для этого нужно все-таки как-то добраться до порта? Я понимаю, что все зависит от парусины, имеющейся с собой на борту, но все же. Так, в хорошо. Все равно за тобой русалка потом прилетит, я ухожу от тебя. Нет. Я уже почти тут. Почти. Нет. Стой, скотина. Ну и плыви к черту. Я буду здесь жить, у меня тут целый форт. За тобой русалка прилетит, она такая... У меня снайперка есть. Русалка вдруг обнаружит, что у нее несколько лишних отверстий там, где их быть не должно. Найди русалку, чтобы вернуться на корабль. Ага. Сзади тебя! Да. Обернись, она прямо сзади тебя! Она сзади тебя! Нет! Она за тобой, чувак, она страшная такое. Я готов. Ух ты ж, блин, я сейчас... Напугался. Напугались? Именно вот то, что да. О, почему птицы кругом летят вокруг одного места? Вдруг там люди подохшие? Давай я посмотрю. Я уверен, что там что-то есть интересное. Блин, было бы круто, если бы было побольше вот таких вот интерактивных объектов. Мне бы хотелось бы там отрубить какой-нибудь кабель, чтобы что-то случилось. Ну, вот это место, оно клевое, но оно пустое. Возможно, оно сделано под какой-то другой квест, или мы что-то тут не нашли. Я, кажется, кстати, мегалодонь нашел, что ли? Мегалодонь. Ладно, ребятушки. В общем, смотрите, рекомендовать эту игрушку, наверное, да, могу, если у вас есть с кем играть. Для пати это очень фаново. Мы тут вот вдвоем тусим, и нам тут уже весело. Я так понимаю, что чем больше людей, тем тут становится интересней. Куда я иду? На какое кресло пиратов? Это трон короля пиратов. Какая-то надзорная башня. Что? Что-то синим светится.
Смотрите, по-моему, здесь очень прикольно, очень весело. Исследовать, расследовать тут можно просто очень много часов сюда потратить. Сейчас тут идет какой? Шестой сезон? Да, шестой сезон. Сейчас шестой сезон, мы сюда пришли очень поздно, но так уж получилось, что мы сейчас тут. Будем потихонечку приходить сюда, поигрывать, посматривать, выглядит все многообещающе. Вы смотрите сами, мы вам рекомендуем. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.